Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Миго. Новое видео по Rocket League, которое неожиданно для меня зашла вам хотя бы в плане лайков. Вы набрали десяточку лайков, как я просил, и поэтому сегодня у нас калибровка 3 на 3. Я позвал своих друзей, чтобы мы вместе в одной команде откалибровались все в ранге в матчах 3 на 3. Звания получились достаточно неожиданные. И в конце видео вы узнаете почему. А сейчас присаживайтесь поудобнее. Наливайте себе там чаек, кофеек, я не знаю, квас берите. Я, например, квас обожаю. Берите печеньки, вкусняшки, всякие там конфетки, чипсики. Все, что, короче, вы любите. И приятного вам просмотра. Понимаю. Нет! Книг дает бонусы. Так, на воротах я. Да-да-да, до первого просера ты пока. Как можно было так, объясните мне. Это к тебе вопрос. Я так на расслабоне ехал, думал, все хорошо сейчас будет. Так, а ты ж киберспортсмен, не надо на расслабоне играть. Нет, да. Я на ворота. Соболезную, товарищи, первое поражение. Давайте определимся, кто на воротах. Я нет, никто не на воротах. А, если ну да. Играем с открытым сердцем, играем в открытый футбол. Как-нибудь задефим, спокойно. Хорошо. Ну ты застелил фронт. А почему бы и да? А кто сказал, что нельзя? Нет, между прочим, не факт, что он залетел бы. Ну да, факт. Нет, блядь! Ну такое. Нет. Ну такое. Сейчас а вот теперь. Хорош. Нет. Хорошо. Командная работа. Блядь. Смотри, опа. Реально Гонгот онлайн? Там либо Майнкрафт, либо КС, что-то такое. Ок. Ой-ой-ой-ой, что я делаю? Я дебил, забить. Оно и видно. Я им накинул. Зато красиво накинул. Чека просто, смотри на меня просто. Ну вошь уж, ёбну. Вот мы им накинул. Ваня, ёбну. Причем мы сами себя затолкали. Мало того, что ты им накинул, ты еще, по-моему, свои аккуратно его отправил. Время. А сколько чекать? Ждать. Хорош! Пошло. Давай! У-ху-ху! Это хорошо. Киберкотлета да, вернулась. Где ты вернулась? Смотри, ну красота же. По-светски через... Подал, ты красиво да, забил. Да, охрененно. Ну, доброе утро. Спокойной ночи. Нормально, все хорошо. Первая победа. Они нам сейчас могли забить. Ну да. Но времечко цигит. Мне Ваню жалко. Мне уже 6 очков за игру. Ваня. Ваня, ты там просто катаешься или что? Да. Ты хоть какой-то импакт в команду вносишь? Часто не понимаю, Ром. Наши сюжеты это белые. Не надо сомневаться в нашем киберспортсмене, молодой. Блин! Сейчас забью. Давай. Добил? Хорош. Нормально. Добил. Я старался. Да я только в GTA Online и в CS киберспортсмен. Как ты так забил? Вообще лаки, на лаки. Да. Так давай ты ей. Пошла. А, хорош, Федя, хорош. Мячик. Поцеловал меня. Давай! Хорошо! В голевую дали. Правда, у меня самая интересная роль — стоять на месте. Ну мы просто их держим, мы не даем ничего делать. Ноль очков. Давай, Ваня, ладно, Ваня, давай с нами. Ноль очков за полторы минуты. Ваня, мне тебя жалко. Я, мое. Найс. Да, блядь. Молодец, Федя. Нормально. Изи. Стоило размяться. 12 очков за всю игру. Охрененно накинул. Это было хорошо. Сколько у меня в Rocket League?
46, лол. Меня? Я в Форесте столько за 2 недели наиграл, у меня. А. Федя, ну я подумаю насчет покупки Фореста. Беги, Форест, беги. Давай. Бум! Безумно можно быть первым. Охрен тебе. Охрен тебе. Ты чё, блин? Где голевая? Где голевая? Мало сосал на голевую. Заткнись. Кто там? Я даже знаю, кто. Тихо. Нормально, Динари. Всё под контролем. Всё under control. Нет. Согласен. Нормально прошу. А здесь не при делах. Ну, и ты еще я потом на ворота претендуешь. Что происходит? Кто? Я на ворота, это бред какой-то, нет. Ваня, постарайся там типа юзать и ехать за мячом, тайминги рассчитывать. Да-да, сейчас я выбью и идем на ворота. Нате, по пустыне. Давай. Хорош. Всё, лучше. 2-2. Я не пропущу ни одного. Да-да. Вообще ни одного. Если пропустишь, 100 рублей на Киви. Наверное. Ой. Я за капельки. Вот это было зря. Хорошо, нормально. Отбились. Капелька магия. Ну, я не был на воротах, это я не виноват. Я подбил. А нахрен ты за капелькой ехал, когда мяч возле наших ворот был. Твою мать, я по нерву тебе стрелял. Я об стол долбанул косточкой. А там нерв, походу, был какой-то. Ну, типа, как в локте есть нерв, только тут в кисти есть. В кистевом косточке есть нерв. Нерв. Заказывайте скорую. Мари. Скинул. Ага, кому? Федь. Мне. Молодчина. Я же я видел, что обратно. Передачу зрячую я делал. Я же знал, что кто-нибудь там на Дальнюю Сангию замкнет. Все было рассчитано. А ведь скоро Хэллоуин, самое время пересмотреть второй сезон. Да и первый тоже. А когда выйдет следующий? Лол, уже начали четвертый. Да, кстати, возобновили буквально на днях. А когда следующий выйдет? Ну, я не знаю, как снимут. Если успеют, наверное, летом 21-го, скорее всего. Хорошо! Стоило Феде разочек из ворот выехать. Не, с типом бы дал, чтобы как быки стыкнулись, никто не хотел уезжать. Ты нормальный вообще, нет? Че? Так раз, два, три мимо одного, мимо второго, так проскакал вместе с мячом. Не готов отбивать. Не готов я отбивать, я не был на воротах. Ай, пошел-ка ты, знаешь, куда? В ворота. Я его мучу. Как хочешь, типа. Вау, обвел всю оборону! Найс. Хорош, Ваня! Лучший! О, Ваня первый гол! Тупо так-то yes. Победный сейчас может забить. Ваня первый гол, молодец. Лол. У тебя был шанс, ты не воспользовался. Все? А чё? Да, хорошо. Да. Хорошо! Ваня, встань на ворота, я попробую что-нибудь сделать. Федь, ты вообще там суицидник или да? Ваня, на ворота. Мазокист чертов. Сокатись! Ваня, на ворота. Суслик! Сумочка! Я понял, ты мне за вчерашнее отомстил, да? Я вчера застилил один. Да, блин. Скотина. Рот я твой. У тебя-то, у деда, блядь. Это да. Оу-хоу! О, найс. Голевую дали. Ни за что, правда. Вообще, где тут твоя голевая? Не понимаю. Ты сейчас довыебываешься. Ты им проплатил, что ли? Даже трогать не буду. Ваня, выбил! Почти! Лучше. Ну так. Еду. Давай! Хорошо. Давай, блядь! Забейте, кто-нибудь! Забей! Залети! Nice. Это было хорошо. Ой, спасибо, молодой человек. А сколько тебе надо? 1-1. Ага, сейчас. Давай, Ваня, забей. Рот я твой наоборот. Я сзади ехал. Кому там делать плохо?
Хорошая работа, Олег. Хорошая работа, Андрей. Давай, Ваня! Давай! Хорош, Ваня! Вот это жестко было. Мы сейчас все команды их разносим, вы понимаете? 2 плюс 1 у меня, 2 плюс 2 у Феди, 1 плюс 1 у Вани. Просто командная работа. Это жесткий удар был. О, Ваня, у тебя рекорд по очкам, кажись. Изи. А, изи легчайшая, господи, не почувствую. Согласен. В смысле, на какую кнопку чат? А? Ага. Не знаю. Лё, колючки-то топовые. Смотри, они сейчас обосрутся. Мне удар по воротам дали, за что? Сказал же обосрутся. А за что мне удар по воротам дали? А за что тебе дали? А за то, что ты от центра поля выбил и видишь, он здесь до штанги бегает. Боже, не таксич, блядь. Таксич? Таксич. Ты на ходу это слово придумал? Как таксист, только таксич. Рот я твой шатал. На. О! Хорошо, а если забить? Не забивай там давай, капец. Бубу! Бубу. Хорошо, мне понравилось. Мне реально бубух. Бубух. Че? Чи или не чи? А там Ваня выбивает? Да. Ваня, и Ваня, кстати, очень успешно выбил. Вань, забей! Лучше. Ваня, ты ебанутый. Да не, ничего не делали сейчас. Ну это да. Смотри. Этот просто подпрыгнул. Этот катался там как дебил. Почему у меня 26 очков? Смотри. Опа. Пацаны, ворота! Араб забил. Да они тут все арабы. Чё у меня за рок-н-ролл играет? О, нормально. Блин. Еду. Ваня, Федя, кто-нибудь, ребята. А, ну мы еще второй пропустим. Молодцы! Красавцы, просто похлопаю. Я бы не отбил, я под мячом был, когда он низко был. Я бы не смог типа ничего сделать. Меня еще тип столкнул. Федя, стой на воротах. Да, кстати. Ну сейчас еще один пропустим и. Да, и тогда уже начнется задница, ну да. Тогда у них мораль поднимется, они еще играть лучше начнут. И мы еще просрать рискуем. Это с 3-0, между прочим. Короче, я стою на ворот, ходите, разрывайте. А все хорошо, видишь? В смысле, а как тебе дали? Это же я забил. Ваня, ты на воротах. Ты что, обрекаешь нас на смерть? Все равно, что без ворот играть. Ну да, Гоша, ты. It's Mars Mutual. How can I help you? Ой, господи. Я эти слова 3 месяца не слышал. Нет, у меня нитро нет, изи. Оп, тихо. Что? Он там уже весь был за линией, он уже весь был там. Алло. Что? А мне даже сейвы не дали, чтобы вы понимали. Что? Бегаешь. Лучше. Давай, я лечу за ним. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально, все. Изи вин. Вообще не почувствовал. Ну как... такое, типа, я почувствовал, Я не бил, блин. Успокойся, то все равно времени не хватило бы. А если бы им 1 секунда сейчас бы зарешал вот так-то? Там не зарешало бы, успокойся, я же говорю. Там если бы забил, там было бы уже по нулям. Отговаривайся. И еще раз мяч развести не дали бы. А что, мне понравилось? Так повышает тонус. Mm-hmm. Спокойно, молодой. Все, теперь я могу не стоять. Я даю. Мой кош. Моё! 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 Даже голевой не дай. А что ты делал? Ты же даже не касался, смотри. Я оттолкнулся до него, я видел. Я тебя даже оттолкнул, понимаешь, я тебя в сторону отпил. Я говорю, дай я отобью, моё, он все равно как козёл здесь едет. Киберспорт. Петька, ты далеко? Ну чтобы ладно. Его вот так вот. Ок. И тебе накинуть. Один. Ребят! Это Ваня! Мама бой. Я на воротах. Да-да. Давно пора. Федя! Камера на мече сфокусирована. А. Ну ты пытайся ее как-то менять, что ли. Тогда. Хорош! А это может залететь, а это залетает. Изи. Хорош. Но они лохи. Обожаю так отбивать мяч, когда он по стенке катится. А, ну да.
И при этом еще забивать, это прям красота. Я добрый, я тебе ее оставил, ты как бы. Давай, залети! Вдвоем стоять на воротах и в итоге пропустить. Какими лохами надо быть? Я вот так еду. Мне кажется, 3-1-то пока... Мне кажется, 3-1-то пока не такой счет еще. Вот тебе еще в жопу просто. Ладно, забить что ли его. Ага. Бля. Федь, ты пока не настолько хорошо играешь, чтобы так петушиться. Забить что ли ему? Гоша, хорош. А голевой можно пути, да? Ему дали голевой. Понял, как это работает, Федя? Смотри, я тебе прям накинул так. Да, красиво. И смотри, как прям в обвод. И Ваня пытался, блядь, по мячу заблокировать скорее его. Дебил. Я чуть собственной слюной не подавил сейчас. Хороший. Нет, там он типа очень быстрый. Тебе кто в палату интернет провел? Федя? Встречай. Да, я нормально. Как говорится, не идеально, но сойдет. Мне понятно. Тут звук выхлопа у одной машины похож на звук газонокосилки. Я надеюсь, это не твоя машина? Нет. А то ты, конечно, газонокосилки в таком случае. Кстати, мне очки не дают, я поехал. Да ты дебил. Разбираем по кусочкам. А нормально там яйца танцуют? Где? На трибунах? Да. Много яиц. Помянем. Хотя ладно, это был пас назад. Бля, что я сделал? Что ты высрал? Это я забил, если что, нам. А, да? Хорош, Федя, лучший. Лучший. Смотри, блин. А. Ну, браво, что я тебе могу сказать? Диди. Ахилла, я старался. Диди. Мы с Федей от тебя страдаем. Эй, гайс, у меня все найс. Закрой. Я вспомнил рэп того пацана. Закрой воротик, будет, бурю. Нет! Хорошо. Я люблю вафли, понял? Эго? Нет. Обидно. Русскую картошку где, еще люблю. Где-то в мире обиделась одна Оди. Геральт одобряет. Just chill, bro, chill. Just a prank, bro. Молодец, Максим. Чтобы он в одиночестве не плакал. О, а забить, а забить. Ну ок. Найс. Как бы третья про лето, но ок. Третья просто за компанию, чтобы все пересмотреть, потому что я только сейчас осознал, что третья я не смотрел давно. И третья для меня самый такой не особо изученный. Чё сказать? Кто меня из ворот вытолкнул? Кто такой упоротый? Я вся не врезался. А, ну естественно! Ну есть. Ну кто же еще может это сделать? Ну конечно! Хоппером мне в жопу. Не понял. Ну естественно, ну. Естественно. О! Но... А? Ворота! Мужички, ворота! Вальф! Кто это за. Я его просто отбиваю, Гоша забиваю. Хороший пас, Ваня. Спасибо, я старался. Гоша, ты идиот! Ну есть чуть-чуть! Да тут не чуть-чуть, тут диагноз! Иди за желтой справкой, я тебе хочу сказать. Ты плачешь уже? Да? Нет, пока смеюсь до слез. У меня лабора выиграть 2 минуты еще, давайте! На ворота встаньте. Лучше! А, помянем. А, ну блядь. При чем тут я? А кто забил? Мяч меня нашел, а не я его. Палочки да, ну выбирают да. Волшебников, мистер Поттер. Бери в Майнкрафт, ты должен называть. Капелька, появляйся. Да блин, да еб... Да япона ж мать твою, ну. Будь здоров. Спасибо, я старался. Ну это трудно, блядь, я первый раз убиваю за 3 месяца.
А я вообще третий раз в жизни. Раз, два, три. А, ну больше это, блядь. Ну, по страховке, чуть меня не въебал. Успокойся. Мы так всех нагибали, что извини меня. Что золото должно быть только так. Спасибо. Знаешь, давайте, за минуту давайте два гола. Успеем, смогем. Фух, ну, давай. Я в итоге не силен, я сидел на воротах. Давай, стой на воротах, мы с вами будем тащить. Ну-ка, давайте, когда а выйдет вот теперь... четвертый сезон, все вместе будем смотреть. Конечно. И Миша, пожалуйста. Да. А, у Челика колеса киви. Помню. Ну-ка, у меня были колеса пицца вообще когда-то. Итак, золото первое. Золото nice. Один, отлично. А, ну, понятно. Что? 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 Чего? Чё? Ты ничего не сделал, какого хрена? Ты ничего не сделал, Алёша! Теперь я буду всем говорить, что я в Rocket League топ пишу. Да ты охренел, что ли? Давайте, чё? Заходим в КС. Ты чё, конченый? Заходим в КС. Я в шоке. Я понял меня. Охренеть. На последнее место, ну что там, 8 ебошек.